Сегодня пришло трагическое известие. Во время своего отпуска разбился на мотодельтаплане главный инженер Ангарского электролизного химического комбината Вадим Кальк. Его тело спасатели обнаружили сегодня утром в предгорье хребта Хамардабан, Бурятии. Пресс-службе комбината сообщили, что топ-менеджер отправился в полет несколько дней назад, но связь с ним прервалась. Коллеги рассказали, что он был опытным дельтапланеристом и посвятил этому спорту много лет. Ему было 53 года.